Может, верхом прокатимся? Прокатись. Что скажешь? Не могу же я планировать твой день. Я в смысле составишь компанию? Нет, это же не я на пенсию вышла. Может, по дому тебе помочь? Лучше не надо. Спал хорошо? Не знаю. Что-то снилось. Теперь и на сны будет время. Что-нибудь интересное видел? Сны же интересны лишь тем, кому снятся. Этом я не буду смеяться. Уговорила. Два сна. В обоих мой отец присутствовал, что удивительно. Я ведь его уже на 20 лет пережил. Так что я старше него теперь. Ну, первый я не очень хорошо запомнил. Мы в каком-то городе встретились, и он дал мне немного денег. Потерял я их, что ли? А во втором мы в прежние времена вернулись как будто. Я верхом был. Ночью блуждал по горам, через тот перевал проходил. Было холодно, снег кругом лежал. Вдруг вижу, он скачет мимо меня молча, без остановки. Проскакал и все. Он в одеяло свое завернулся, опустил голову. Вот он проскакал, и я увидел у него в руках огонь. Он его по старинке в роге вез. Я и увидел рог, он горел изнутри молочно-лунным светом. Я понял во сне, что он вперед ускакал. И разведет костер там, в неизвестной дали, где мрак и где холод. И когда бы я ни пришел, он ждет меня там. И я проснулся. Авторы сценария и режиссеры Джоэл и Итан Коэн. Продюсеры Скотт Рудин, Итан Коэн, Джоэл Коэн.